сейчас вам покажу мой такой мини-подлесадник. У меня дворик частных. Тут, кстати, бассейн. Кто не видел, как я сделал, сейчас покажу. Дуги поставил, как на балаганы, и сверху накинул 8-метровую пленку. Но видео не об этом. В общем, у меня тут растет в горшочках гортензия, голубика. Шикарнейшая голубика, которую в основном мы сами кушаем. На продажу у нас на другом участке, там ряды в траншеях. Гортензия, которая тоже растет у нас в горшочках. Да? Видите, какие кустяры. Как мы их поливаем? А, еще помидорки черри. Такие красивенькие. В общем, как мы их поливаем? Сейчас покажу. В общем, 25-я труба у нас уложена. В нее врезаны такие капельницы. Их можно делать как на вот такое разбрызгивание, там 1,5 метра, наверное, в диаметре. А можно делать, просто они будут капать. Можно зонтик делать там на диаметр горшка, как у меня, видите. И вот так вот мы их поливаем. То есть я не хожу, не поливаю каждый горшок отдельно там каким-то лейкой или еще чем-то. Хотя в том году ходил, в этом году отказался от этой затеи, потому что не получается их пролить нормально. Вот видите, если мне надо подрегулировать, я хожу вот так, подкрутил, ну, бывает больше там давление, меньше. И вот так вот у меня, видите, весь горшок поливается. По-моему, очень даже классно придумано. Очень классно придумано. Вот так раз ты всунул и поливай. Можешь даже сделать большой диаметр, будет сразу несколько горшков поливать. Можно их приподнять вверх, и будут там поливать большую площадь, большую площадь. Ну, у меня одна капельница на один горшок. В общем, вот так вот сделали. И ходим, радуемся, кушаем вкусные полезные ягоды. Кстати, пинка лимонад. Смотрите, какой. Интересно, единственный сорт, который ягода не синяя, а красная. Вот так вот. Огурчики тут. Помидорчики. Это лаванда, по-моему. А это засох. Вымерз зимой. Розмарин. Вот так вот. Пользуйтесь. Кому, кстати, нужны вот такие штуки, мы их собранные продаем. Чтобы их установить, понадобится дырокол. Сейчас покажу, какой. Проколоть дырочку и вставить там пассатижами, ведь рукой всунуть их в трубу. Сейчас покажу дырокол. Вот такие дыроколы. Тут на дыроколе есть приспособление, чтобы вставлять было удобнее. То есть так сделать. Раз. И можно дыроколом прям вставлять эту трубу. Ну, мы, как правило, берем пассатижи просто и пассатижами вдавливаем. Вот так вот.